Уважаемые педагоги, родители, мы рады приветствовать всех, кто собрался на нашу линейку, которая посвящена Дню знаний. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, считается открытой. Родители, гости, разрешите поздравить вас с праздником 1 сентября. 1 сентября – это Всероссийский день знаний. И каждый год в этот день наша школа гостеприимно открывает свои двери для вас, дорогие ребята. Мне хотелось бы вам пожелать, чтобы в этом году вы с интересом шли дорогой знаний. Хороших вам, верных друзей и крепкого здоровья. Праздник вам. Дорогие коллеги! Разрешите вас также поздравить с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов и всего самого доброго. Сегодня в нашей маленькой школьной семье пополнение – это наши первоклассники, главные виновники нашего праздника. Они сегодня торжественны и трогательны. Именно с этого дня начинается отсчет их первой трудовой деятельности – это учеба. И именно с этого дня мы, учителя и вся наша школа, уважаемые родители, готовы разделить с вами все проблемы воспитания ваших детей. Почаще приходите к нам в гости. Спасибо за доверие, и мы постараемся делать все, чтобы и вам, и вашим детям в нашей школе было хорошо, было тепло и уютно. Именно сегодня, и от Центра социальной защиты Веденеевой Лили, как первоклассницы из многодетной семьи, небольшой подарок. Именно сегодня, 1 сентября 2009 года, последний день знаний в нашей школе для нашей выпускницы. Это Кузнецова Алена. Сегодня у нее последний учебный год. И хотелось бы пожелать, чтобы этот год был интересным, насыщенным, запоминающимся. Этот год – это марафон, скажем так, предэкзаменационный марафон. Хотелось бы пожелать, чтобы все экзамены она сдала очень хорошо. Ну и разрешите еще раз поздравить вас всех с праздником
и пожелать всем успехов. Камера сдвинула. Камера сдвинула. Мы долго ждали этот день счастливый. Вот и настал он наконец для нас. Часы и дни считали терпеливо, чтоб всех гостей порадовать сейчас. Здравствуй, школа, ты не просто здание, ты для нас как дом родной. Ежедневно утром мы к свиданию тщательно готовимся с тобой. Каждую осенью сюда приходят все шумные первоклассники. Пестрый хоровод, звонкий, задумчивый, умный, и учитель в класс поведет. И начнется таинство учения, и начнется сказка бытия, и появится огорчение, и обида первая твоя. Чаще будут все-таки улыбки, радостью наполнится сердца. Наша школа – это храм науки, дом уюта, светлый огонек, добрые учительские руки, первый, последний наш звонок. Здравствуй, школа! Ребята, сегодня школьный звонок позвал за парту миллионы ребят. В разные школы идут сегодня первоклассники. И наше внимание сегодня тоже к нашим дорогим первоклассникам. Дорогие наши первоклассники, сегодня школа приветливо распахнула свои двери для вас. И мне хотелось бы поздравить вас с Днем Знаний, с первым вашим звонком, с началом учебного года. В школе вы многое узнаете, многому научитесь. Пусть школа для вас станет вторым домом. В добрый путь, милые первоклассники. Успехов вам в учебе. Будьте всегда сильными и здоровыми. Пусть будет много счастья, улыбок и радости. Я вам тоже немножко подарки от главной администрации нашей. А сейчас мы предоставляем слово нашим первоклассникам. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколят со двора. Папа с мамой почему-то все намываются. Говорят, не спая ночью, за меня боясь. Раньше мы играли. Сегодня гордо шли по осенним улицам. Лишь посмотрим, кто на нас сразу залюбуется. Мы усидчивы, прилежны, старательны. Когда учеб пойдет, просто замечательно. Вот представляется начальный класс. Сентябрь наступил, закончился лето. Пришел праздник знаний, учебы и отметок. Дети, родители, учителя, с праздником вас поздравляют, друзья! Кажется, только вчера здесь стояли, веселое время каникул встречали, которое после учебного года давно началось. Но царица природы неумолима, и месяцы лета в прошлом, и школьная форма надета, пара минут, и первый звонок вас позовет опять на урок. Школьные двери опять распахнутся, завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. Праздником мы поздравляем всех вас! Наказ первоклассникам. Школа рада видеть вас. Вот пришел желанный час. Ты зачислен. Первый класс. Ты, дружок, послушай нас. Мы дадим тебе наказ. Всем о школе расскажи, честью школы дорожи. Содержи порядки, книжки, прописи, тетрадки. Ты должен научиться читать, писать, считать. И все на пять. Аккуратен, вежлив будь. Дорогу забудь. Должен знать ты да отлично. Драться в школе неприлично. Чтобы был всегда на весе, больше был хороших песен. Чтобы был всегда здоров, кашу ешь, салаты будь. Слушай папу, слушай маму и учитель. Мы усваиваем программу. Если что-то, мы поможем. Если я выполнишь наказ, ну второй готовься к классу. Школа рада видеть вас. Вам часто будет сниться, как вы идет первый раз, первый класс учиться. В большой светлой школе для всех открыты двери. Вы все пришли учиться, вы школьник. Вы пришли к нам в первый класс. Все мы рады видеть вас. Не толпитесь у дверей.
Проходите поскорее. Дорогие малыши, да чего же вы хороши? Повезло учителям, что пришли детишки к нам. Жвачку в школу не носите, лучше дома придержите, ведь потом после урока пожевать ее охота. Ну, с ними летят пятерки и немножечко четверки. С ними надо вам дружить и старательно жить. В школе так заведено. Все мы вместе, заодно. Все мы дружная семья, хоть отдельно каждый день. Вы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе. Как шпаргалку сотворить, всех при этом удивить. Учат в школе. Сейчас мы предоставим слово родителям первоклассников. Слово для приветствия предоставляется Гущину Петру Михайловичу. Евгения, Света. Выйди. Вы сегодня первый раз пришли в школу. Учитесь хорошо. Играйте, озоруйте, но в меру. Слушайтесь учителей. Ну и хватит. Так, Саша. Ой, сколько подарков. Ой, сколько подарков. Задарили. Раньше такого не было. Комментарии лишние. Как полетят на воздушных шариках. Когда не звонит. На учебный год открывая, пусть звенит первый звонок. Веселым звоном встречаем всех пришедших на первый урок. Представляется дать нашим первоклассникам Веденеевой Лиле и Гущиной Светлане. Громко. Держите обои. За ручку возьмите. Вот, посильнее, извините. Вот, на обратную сторону. Света, позвини громче. Еще позвини. Илиль потом позвини. Так, Илиль позвини. А теперь Илиля. Давай. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, считается закрытой. А сейчас вручите цветы учителям и расходимся на классное число. Давай, сейчас.
Вот давай, и закончим. Пойдем к шарику. Так, как, Виталь, снял? Как кинул. Я вот эту ночью снимал, как ты говоришь. Виталий, ну-ка щелкни. И то. На фото? Сейчас. Ну, может, на фото, может, на это, на камеру, если есть. Да, вот она идет. Наталья, вставай тут готовь. Это на флешке. Ань, скинь там. Встань. Я ни разу не видел. А Наталья, а ты что? Хоть раз распечатку сделай. Приходи, сделать. Там все есть. Иди. Там и мамаинь сидит, чай пьет в кресле. А наша? И Виталь ходит, тайфун, иди сюда. Я тебе разрешаю, залазь. Леша, держи. Да? Портфель. Да. Пойдем. Иди туда, вон, поближе. А еще есть, на солнышко, из-за этого поставили, на солнышко. А вот тут нет, это нормально будет фотография. Смотри, ну, Вася, девочки. Потом фотографию не дождешься. Ой, бедный, у меня слезы текут. Ой, Лер. Виталь, ну ты опять тут уйдешь. Давай, я тут. Лер, смотри. Все. Внимание, Лер. Внимание. Потом ходи, фотографию. Виталь, зафиксируй. Еще раз. Вот все от начала до конца. Фотографию еще можно делать. Нас со Светом еще нету. Молодцы. Свет, да, смотри. Смотри, смотри. Лиля. Лиля. Сейчас. Сейчас в школу пойдете туда. Самое лучшее. Давай. Лент. Лент, это лент. Это я вам скину на Витьку, да и все. Он скинет, а ручонки трясутся. Как ты ему скинешь на Витьку? А тут просто трясущиеся устройства. Посмотрю на экранчик.